Доброго дня всем! С вами Фитошкола Дивея и я Ольга Спиридонова. Сегодня у нас такой мини, скажем так, вебинарчик ответа на ваши вопросы. Дело в том, что в последнее время очень-очень много у меня стало поступать на почту вопросов по поводу болей в суставах, заболеваний в суставах, обострений хронических заболеваний. Очень часто это вопросы по поводу того, что боли в суставах появились как осложнение после вирусов, после ангин, после простудных заболеваний. Также учитываем, что сейчас холодное время года и время обострения обычных суставных заболеваний, вот оно сейчас и пришло. Та самая душа вата, которую мы постоянно упоминаем в наших лекциях и просим учитывать, да, что время, оно тоже живое, оно меняется и приносит с собой какие-то свойства. В данном случае это свойства сухости и холода, которые обостряют как хронические заболевания, так и помогают прорезаться вновь образовавшимся. То ли это как следствие послевирусное, то ли это как собственно говоря, возраст или последствия лишнего веса. И что с этим делать? Жить-то хочется, да, и в возрасте, и с лишним весом, и перенеся заболевание какое-то, да. Что с этим делать, чтобы облегчить вот эти вот ноющие боли, которые не дают двигаться днем, которые не дают заснуть ночью? Мы немножечко сегодня об этом поговорим. Как поставить силы природы, силы трав на службу нашему здоровью и на службу нашей радости. Итак, надо понимать, что забота, уход за суставами, так же, как и уход за вашей квартирой, за вашей машиной, да, за вашей красотой, он должен быть постоянным и комплексным. Особенно, если мы знаем, что суставы – это наше слабое место. Да? Кто-то, например, болел в семье, кто-то, может быть, знает, что там и бабушка, и дедушка, да, вот у меня были проблемы с суставами больными. И мы понимаем, что за суставами надо ухаживать. Мы должны себе это поставить на вид, как бы, да, заострить на это внимание. Что не просто раз у меня там что-то заболело, заныло на тренировке там или где-то споткнулся, или вот там распухли после простудных заболеваний, после вирусных суставы. Раз полечилось, все прошло. Нет. Суставы — это такое место, что если они уже напомнили о себе, вам за ними надо будет ухаживать. И ухаживать длительно. Они на раз легко не лечатся. Даже если при помощи рецептов, которые мы вам сегодня дадим, при помощи методик этих, вам удастся быстро снять болезненность, да, в суставах, отечность. Тем не менее, вы должны помнить, что там оно где-то вот спряталось, засело, и вам это необходимо будет убрать. И убирать долго. Итак, из чего состоит вот этот комплексный уход за суставами? Прежде всего, фитотерапия или фитокоррекция, то есть травы. И травы, которые также действуют на разные точки приложения в организме. Да? Это будут травы и обезболивающие, поскольку оно у нас болит. Противовоспалительные, поскольку боль чаще всего может давать воспаление. Антисептические, которые будут убирать последствия этого воспаления. Способствующие выведению из организма шлаков, в том числе мочевой кислоты, особенно у кого подагра воспаляется. Да? Почему? Потому что в суставах чаще всего откладываются соли, и именно они дают вот такой вот болезненный процесс. То есть это будут разные группы трав. Какие это будут травы? Если вот у нас болит, и болит здорово, да, не дает уснуть к перемене погоды, или вот там с температурой тоже вот какие-то боли, что мы можем использовать? Очень хорошо при этом помогают травы, так называемые природные аспирины. Прежде всего, это лист малины. Это кора и веточки ивы, которые можно собрать даже вот сейчас, осенью, зимой. Они есть и в городах, они часто высажены вдоль рек, вдоль прудов. И растут в сырых местах на природе за городом. То есть их всегда можно нарезать. Тоненькие, маленькие эти веточки, заварить они отлично помогают. Кора и веточки осины прекрасно обезболивают. Они тоже содержат природный аспирин. Таволга, одно из любимейших моих растений, потому что это воистину комплексное растение, которое и обезболивает, и оказывает жаропонижающее патогонное действие, и противовирусное действие оказывает, и гипотензивное. И идет она практически всем, кроме совсем уже там крутых язвенников желудка, или же кроме отъявленных гипотоников, которым оно может снизить давление так, что это будет некомфортно. Итак, травы, содержащие салицилаты, ива, таволга, осина, малина, помогут нам снять одноразово боль.
Какие могут быть противопоказания? Учитывая, что салицилаты – это аспирин, кислота. Тем, у кого гастрит, язва желудка, мы их или применяем только после еды, комплексно с овсяночкой, с семенем льна, с какими-то обволакивающими слизями. И применяем не больше 1-2 раз. Если у нас начинается изжога и боли в желудке, мы их отменяем. Какие травки у нас могут снять воспаление в суставах? Мы их можем пить более комплексно и более длительно. Это очень простые и очень любимые наши травы. Корень одуванчика, листья шалфея, цветочки календулы, листья крапива. Корень и листья лопуха нам отлично помогают. Натертый корень хрена. Это тоже достаточно неплохое средство от боли в суставах. Листочки черной смородины. Кстати, вот уникальный рецепт тем, у кого проблема с солями в суставах. Попить целый сезон. То есть вот начиная с апреля, когда листочки только появляются, и до октября, когда они пропадают, листочки и корень одуванчика вместе с листочками черной смородины. Великолепно выводит соли из суставов, снимает воспаление и оздоровляет практически вот на весь зимний период. Суставы болеть не будут. Но это надо делать комплексно. Если же у нас вот сейчас суставчики заболели, мы собираем корень одуванчика, листочки шалфея, календулы, крапивы, лопуха, черной смородины. Можно добавить сюда листочки березы и делаем чай, который пьем регулярно, столовая ложечка, на стакан воды завариваем и по 3 стаканчика 3 раза в день. Можно добавлять к обычным компотам или морсам из свежих ягод, особенно если это будут ягоды брусники, малины, черной смородины. И вот такой вот чаек, он будет очень неплохо оздоравливать наши суставы в сочетании вот с ягодами. Очень неплохими противовоспалительными свойствами обладают листья и ягоды облепихи. Они к тому же еще и противовирусными свойствами обладают. То есть это вот наша любимая облепиха, которая она и герпес, и грипп способна достаточно неплохо излечивать. Мы можем заварить чай из листочков сушеных облепихи, столовая ложечка на стакан воды, настоять его полчасика, добавить туда ложечку тертого облепихового варенья и все это дело достаточно неплохо выпить. Если это делать достаточно регулярно, по стаканчику в день, то через неделю у нас боли в суставах уже успокаиваются. Очень хорошо помогает при болях в суставах девясил, также одно из любимых моих растений. Можно настоечку из корня девясила сделать, можно отвары заваривать. Они в любом случае очень и очень хорошо снимают воспаление и желудка, и бронхов, и, что нам очень важно, суставов. Что еще мы можем добавлять в нашу фитотерапию суставов? Мята также неплохо успокаивает и обезболивает. Шиповника, плоды, листья поддорожника, череда. Они помогают вывести все лишние соли, все лишние шлаки. Лист брусничника. Как я уже говорила, хрен, причем в любом виде. Если мужчины это любят больше в виде, скажем так, закуски, приправы к обеду, то женщины могут его употреблять либо в качестве снадобья хрен, в равных частях измельчить на мясорубке с лимоном, с медом и принимать по столовой ложечке 2-3 раза в день. Если желудок проблемный, то после еды, если желудок крепкий, то можно до еды принимать. Можно туда добавить оливкового масла равную часть вместо меда, тогда оно будет не такое сладкое и не так будет раздражать стеночки желудка. И тоже помогает выводить шлаки и оказывает, кстати, антисептическое действие и на суставы, и на бронхи, и если у кого, не дай бог, проблемы с гайморовыми пазухами, он очень хорошо выгоняет и оттуда все воспалительные залежи. Это то, что касается трав приемом внутрь. Но, как я уже сказала, мы ухаживаем за суставами комплексно. И нам необходимо еще и снаружи ухаживать за суставами. Что это может быть? Если у нас процесс острый, то есть суставы распухли, болят, у нас температура, мы можем на них накладывать компрессы из ошпаренного капустного листа, из ошпаренного листа лопуха, мать и мачехи пушистой беленькой стороной приложили, обернули пищевой пленочкой, потом обернули пушистым шарфиком или чем-то тепленьким, да, платочком. Если у нас нет уже так сильной температуры, нет таких сильных распухших суставов, великолепно помогают убрать боль и рассосать какие-то отеки. Компрессы из лука пополам с медом. Натерли на терочке луковку, добавили равное количество меда, намазали на льняную салфеточку, приложили к суставу, опять-таки сверху пищевой пленочкой и теплым пушистым платочком.
Мази достаточно неплохо помогают. Мази из окопника, из сабельника. Можно делать из них мази, они дольше действуют. Можно делать спиртовые растирочки, тоже очень неплохо помогает. Мазь из маклюры. У меня в семье как бы и я, и дочки, все спортсмены. Суставов ломаных много, которые болят к сезону. Я очень люблю такую схему. Я делаю настоечку из корней сабельника, которые собираю у себя на поместье, втираю ее в сустав. Когда она подсохнет, через 3-5 минут я растираю из мази маклюры с чесноком. Обезболивающий эффект великолепный. Также помогает и сколиозным или грыжевым болям в спине. И помогает вот при болях где-то в переломах, травмах или просто в опухших суставчиках. Что еще мы можем делать? Можем собрать такую смесь из корней, мою любимую, лопух, одуванчик, пырей. В равных частях эти корни смолоть на кофемолочке и заваривать их, добавлять в кофе, в чай, в пищу добавлять. Можно сделать из них настоечку. Ну, я вот их в сухом виде можно добавлять, как порошочек в еду. Если их пить комплексно, они отлично оздоравливают не только весь организм, но и суставы. Обязательно соблюдать диету. Не рекомендуется при заболеваниях суставов сильно наваристые мясные, рыбные, грибные бульоны, колбасы, копчености желательно убрать, соленья, маринады тоже желательно убрать. Убрать крепкий чай, кофе, они выводят кальций из организма, шоколад, какао, то же самое. Что полезно? Полезно молочко, особенно молочнокислое. Мое любимое Нарине, которое великолепно повышает усвояемость биокальция. Фрукты, овощи, нежирное мясо, вегетарианские супы идут очень и очень неплохо. Обязательно лечебная физкультура при заболеваниях в суставах. Можно найти в интернете суставную гимнастику по Нарбекову. Можно посоветоваться с инструктором ЛФК из соседней поликлиники. Что необходимо запомнить, если у вас болят суставы? Нежелательно какие-то силовые, резкие виды спорта. Нам с вами не идут ни приседания, ни подъемы тяжестей, ни какая-то там крутая степ-аэробика или фитнес, или латиноамериканские танцы. Что подходит тем, у кого болят суставы? Не просто подходит, а в обязательном порядке необходимо делать. Плавание. Разумеется, если вода теплая в бассейне, не холодная. Она отлично снимает нагрузку, тренирует мышцы, а больные суставы должны спасаться только крепкими мышцами, которые будут их держать. Очень хорошо подходит йога и пилатес. Во время такой тренировки и мышцы неторопливо растягиваются, укрепляются, амплитуда движений небольшая и суставы не травмируются. Необходимо беречь суставы. Если вы идете в магазин, берите не одну тяжелую сумку в одну руку, а две примерно равновесных в равные руки. Старайтесь не наклоняться, а приседать аккуратно, когда вы поднимаете тяжесть или берете на ночь на руки ребеночка. Старайтесь не переохлаждать спину. Длительно не ездить за рулем, если больные, скажем, суставы тазобедренные или коленные. Итак, какой у нас вывод? Если у нас болят суставы, мы проводим по отношению к ним ухаживающий лечебный комплекс мероприятий оздоровительный. Пьем травы внутрь, употребляем компрессы и растирки наружу, поддерживаем диету, сбрасываем лишний вес обязательно. Можно проводить 1-2 разгрузочных дня в неделю на молочно-кислых или на фруктах, на чем-то таком, или на травяных чаях. Лучше, если это будет один день, например, выходной. И бережем себя от нагрузок. Очень я люблю в этом плане хвойные растения. И внутрь чай из сосновой хвои, и ванны сосновые, они отлично помогают и снять воспаление боли из суставов, и они помогают успокоиться, вывести соли. И плюс это еще и роскошное противовирусное действие, которое в наше время очень и очень актуально. Можно бесконечно рассказывать о том, что можно сделать для того, чтобы организм был здоров, особенно как оздоровить суставы. У нас все это очень подробно изложено в лекции, которая входит в наш курс «Основы травничества». Кстати, вот на него буквально в ближайшие дни открывается льготная запись. 10 первым записавшимся, там какая-то значительная скидка, не помню, что-то около 20%. Наш курс «Основы травничества». В него входит комплексная лекция по оздоровлению опорно-двигательного аппарата. Этим же 10 записавшимся первым бонусом идет книга «Артриты, артрозы, травы, которые помогают избежать операции». Очень хорошая книга, очень практичная, очень такая надежная. Это информация для вас. Что я хочу сказать по поводу остальных
лекции моего авторства, которые гуляют в интернете. Все мои лекции идут именно в моей школе «Фитошкола Дивея». Если вы где-то видите мои лекции вне «Фитошколы Дивея», это пиратские украденные копии. С одной стороны, мне говорят, что это должно как бы нас радовать, что мы пользуемся таким спросом, что нас плагиатят. Но с другой стороны, как бы вот говорю вам, что это не мы, это пираты. И тем не менее, я всем вам желаю здоровья. Приходите в нашу фитошколу Дивея. У нас всегда интересно, у нас всегда весело. И люди, которые с нами дружат, здоровы и счастливы. С вами была Ольга Спиридонова и фитошкола Дивея.